Друзья, всем привет! Очередной раз обращаюсь к вам со срочной новостью. Об этой новости говорят все паблики, все инстаграм-страницы, не только Новороссийска, но и Краснодарского края в целом. Итак, зачитаю. В субботу побережье может накрыть первый в истории метеонаблюдений на Черном море тропический тайфун. Сразу несколько прогностических моделей предрекают формирование классического тропического шторма над Черным морем в районе Новороссийска, который принесет ураганный ветер до 40 метров в секунду и полугодовую норму осадков. Циклон, который должен был покинуть Черноморский бассейн, заторопился, объединился с Каспийской депрессией, и сейчас два этих вихря начинают саморегенерацию и превращаться в активную циклоническую депрессию с центром над Черным морем. Пока до конца не ясно, куда двинется шторм. В большинстве моделей наибольший удар примет на себя Анапа и Керчь. Но в некоторых моделях предполагается, что Новороссийску также достанет. От себя скажу, не знаю, на самом деле, фейк это или нет. По официальным прогнозам зашел на Гизметео. На сегодня у нас дождь с грозой, но, как видим, более или менее нормальная погодка. В принципе, так поморосил немного дождь, там где-то вдалеке гремит. А на субботу вообще обычный дождик без грозы. Поживем, увидим. Сделайте максимальный репост этого видео, предупредите родных. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Лучше перебояться, чем недобояться. Ну и, конечно, если будут какие-то свежие новости, обязательно поделюсь с вами. До новых встреч. Обнял, приподнял, поставил. Увидимся. Пока-пока.